Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, и мы продолжаем серию Стикмана, судя по всему. Короче говоря, я нашел сайт со Стикманом, представляешь, тут игр прям про Стикмана, короче, полно. И следующий, который мы посмотрим в продолжение Stealing the Diamond, собственно, как бы логично, наверное, все это будет, что мы пытались... Эти бриллианты в итоге нас посадили в тюрьму. И следующая игра называется Escaping the Prison. Или Prison. Не знаю, короче, это тюрьма. Эй, ты! You're free to go. Ты мудак. Not really. Да ладно, что ты. Не такой уж большой, как планировалось. Нажи. Don't get your hopes up. We've already checked if anything useful. Haven't we, Dave? What? Yeah, of course I checked it. I mean, if I didn't check it, I'd lose my job. I don't want to lose my job. Ты, говорит, проверил, что там за херня вообще или нет? Он, да, да, это же моя работа, это же моя работа. Судя по всему, что-то такое там было сказано. Я немного не понял. Воу! Это 2 года сидения в тюрьме, походу. Тут... Ой, мать моя, что поехал-то? Стол, прикинь, стол поехал. Так, отлично. Мне, судя по всему, прислали этот, как его... Веселый тортик. Я 2 года сижу в тюрьме, 2 свечки на нем решил отпраздновать, и кто-то мне сказал, что хорош, но уже... Ты даже этот бриллиант даже не упер, но 2 года для тебя это слишком много, поэтому вот тебе моя помощь. Давайте позвоним, скажем спасибо, чувак, очень благодарен тебе за твою помощь. 9 сентября, 12.53 дня, какой-то корт, номер 4. Witness? Please continue your testimony. Пожалуйста, продолжайте вашу херобору. Okay. Ну да. Partner, короче, я был каким-то партнером, потом что-то случилось. Прекрасно. Вы говорите какую-то херню, по-моему, товарищ прокурор. Is it not obvious? Я вообще тут ни при чем, я старый мужик, кого вы их осажаете? Я докажу, что он, короче, не виноват. Да, ну а что ж ты ждешь? Ну давай показывай, что ты там можешь доказать. Значит так, это типа наше доказательство. Давайте я покажу ему мешок денег, просто покажу. Тайп, другое, найдено, короче, на дороге. Сумка и, короче, какая-то херобора. А как это все ему показать? Назад. Так подожди, а как? Может, кассету показать? Ну давай, как бы я не знаю, покажи ему что-нибудь, в конце концов. Давайте я их все перелистаю, может, что-то полезного найдем. Может, как-то выйти отсюда? Или это какой-то косяк? Чё за прикол-то? Алло! Та игра была гораздо проще, там надо было выбирать и ржать. А здесь надо что-то думать, я не разбираюсь в этом. А, презент, вот, сука, нажми назад, ну ты задрал меня. Я прошу тебя. Алло. Чё делать надо? Почему? А, вот! Че это за херня? Это... И как это должно доказать что-нибудь? Ну, я как бы... Да я просто пошутил. Мне сейчас не время для шуток, слышь, ты, мудил. Мы вообще-то в суде находимся, я тебя сейчас посажу на 10 лет, будешь знать. Виновен? Нет, подожди, это... это надо было, короче, что-то выбрать, а потом, короче, показать ему, что надо. Так, значит, я показал ему какую-то запись комнаты охраны. Давайте я тебе покажу ему анализ доктора и скажу, что, типа, он... Того. Возьми-ка это, сучонок. Чё это за херня? Это доказательство. Exactly и как это должно что-то доказать? Ну, я как бы это, там... Да, короче, я опять пошутил, но сейчас не время для шуток, говорит мне судья. Может, я 2 раза просто выбрал одно и то же, я не в курсах. Стикман виновен. Да что ж ты будешь делать? Надо было не убирать адвоката, он достал. Короче, упырь не может меня спасти нормально. Мешок денег. Возьми-ка вот это, мудила старый. Это чё, сумка спёртого, чё он там брал? How did you tie the knot from the outside of the bag? What?
He was inside the bag, it'd be impossible. Это ты был! Ты был что-то внутри сумки, говорит он, и короче, обвиняем ему. How did he do it? Чё за херня? Это просто. Ты не можешь, ты не мог этого сделать. Чё ты сказал? Это мой клан, твой победил клан на ближайшем PvP матче, поэтому засуну тебя в жопу свой сраный бриллиант, он виновен! Я могу посмотреть на этот анализ какого-то доктора и сказать тебе, что ты старый мудак, это ты ограбил банк! Мой Стикман тут ни при чем. Это абсурд, вы чего? Я тебе сейчас дам абсурд, сука, садись в тюрьму Стикмана, не трогай, понял, паскуда! Короче, они взгляд на какую-то сумку, и все, что я сейчас сказал, это полнейший бредятина, но что-то типа того. Ну, конечно же, он не виновен, он старый судья, ты же все прекрасно понимаешь. Если ты меня сейчас обвинишь его опять, пойдешь работать на 17-й канал в полночь. Такой из комнаты охраны, он такой, короче, был сначала в этом мешке с деньгами, потом он оттуда вылез. Охранник спалился, они, походу, были в заговоре, два упыря. Короче, смотри, они прокинули его в мешке. Это очень интересно. Я невиновен, меня освободили из тюрьмы. Короче, смотри, охранник, по ходу дела, пес договорился с тем старым стариком, чтобы он закинул его, короче, в эту херню. И в итоге он вылез из ящика и ограбил нахер банк. Так, что теперь? Это типа конец. Ну хорошо, меня вызвали из тюрьмы с помощью судебного заседания. Все, в принципе, замечательно. Давайте тогда не будем дурить, сразу рванем по охранникам, потому что они слишком сильно надо мной смеялись. Давай-ка! Ну чё, сучата, готовы? Нихера себе, его медленно просверлило. Немного не получилось, ладно. Давайте-то попробуем файлом. Почему файлом? Я не знаю. Энергетический напиток, точно, рванем Red Bull, тут крылья, вылетим нахер через двери, которые в стене, через окошки. Давай! Понеслась! Все замедлилось, ты посмотри. Он остановил время, красавчик. Так. Обосраться. Откуда, сука, в камере нож? Чуваки! Вот это его собака, ты его вырнул. Я думал, как трофей домой с собой заберет. А, это обычный. Палец себе там не откуси, дебил. И все это такое гениальное, просто гениальнейший побег из тюрьмы. Ой-ой-ой, по-моему, действие заканчивается, покатилось, поэтому он колесо там сзади. И сердечко-то не выдержало. Ой, слабачок. Ну, правильно, там его кормят плохо, как бы организм был не готов, поэтому нихера не получилось. Давайте тогда попробуем телепортатор. Естественно, мы в прошлый раз таким занимались, он, по-моему, нам немного помог. Какая неудачная телепортация. Подожди, теперь этого чувака вообще должны посадить. Он убил человека ни за что. Теперь он должен спасаться из тюрьмы, отвечаю. Ну, давайте попробуем. Я же понимаю, что, наверное, правильный ответ это напильник, насколько я понимаю. Им что-то перепилим и пойдем. Давайте сначала дрель попробуем. А как? Как это должно было в торте выместиться? Объясните мне. Апокитатор. Что это такое? Что такое апокитатор? Сейчас апокитаем кого-нибудь. Просто двигай голубую полосочку вправо, и ты, короче, там что-то тыры-пыры. Окей. О, это этот! Нихера себе. Он расщепил его на атомы, и в итоге, короче, он может сквозь предметы просто проваливаться. Нет, он ушел. Ушел этот фильм такой был, «Путешествие к центру Земли». Собственно, то же самое и получилось. Давай попробуем. А, ну все правильно, надо гвоздодером просто выломать доски, да и выйти. Ну или так. Я почему-то думал, что это будут доски. Привет, это... О, я прям к месту. Вот это он быстро сориентировался. Что делать-то? Туда! А, это мне напомнило Battletoads, когда надо было ехать на гоночной машинке и бивервельнуть. То же самое. Так, влево тогда, давай. Опа. Отличненько. Давай вправо, 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 вправо. Куда-нибудь. Нет, пацаны, дайте чуть-чуть нажать-то. В окошко. О, нихера себе. Ты вообще фокусник у меня, давай.
Сука, это будет сложно, но надо что-то сделать. Давай, 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 мне два варианта, я выберу, я очень быстро могу соображать. Блин, готовься, давай, 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 да готов я тоже. Музыка такая пошла. Клик! Сука! Ты достал! Давай. С самого начала. Нет, 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 нет. Давай, 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 влево! Понеслась. Так, надо, короче, приготовиться было. Мне же писали, приготовься, я не приготовился. Так, значит, сейчас прыгаем на стенку. Давай, 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 давай. Опачки. Сальтушечка назад. А теперь... Вау-вау-вау. 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 Нет. Нажал! Прососнитесь, поняли? Я Нео. Зачем ты свой палец потушил? Чувак, ты вообще просто красавчик. Как в этом? Фильм был новенький, там чувак только не пальцем стрелял, а глазами. Типа, и все, короче, попадали. Это, по-моему, самая брутальная концовка. Он просто уделал всех. Так, подожди, тогда давайте попробуем паяльник, напильник. Ага. А, ну, естественно, окошко. Ой, оно там высоко же сидит. Нет, нет, какой назад пили вон эту дверь. Ну да, фейл, он прям закричал, когда полетел. Давай, дверь пили. Так, если я начну пилить дверь, меня, по-моему, спалят немного. Ай, да! Свертухану выдал ему, ты видал? Просто свертухану, так, нажимаю сейчас влево. Надо его перепрыгнуть и насадить на трубу, давай. А, ты ему просто по щам решил дать? Конечно, до свидания. Красавчик. Во-во-во, он пытается сбежать. А, он сбежал. А, метлу. Нет, чё, сами... Это чё за херня? Ла, гирлянда. Это гранаты. Сука, ты неудачник. Вот-то... Какие у них отличные запикиватели мата только что сработал. Мне понравилось. Давай возьмем стул. Ну, правильно, все логично. Вентиляцию в шахту. Если я пойду влево, я вылезу на охранников, я так понимаю. Нет, пойдем вправо. Ну да, все отлично. Нет. По липучкам пойдем. Это у него кости так скрипят, или что происходит? Отлично, давай другую. Так, давай попробуем теперь эту веревку, кошку или что это такое. По ней спустимся. О-о-о, вот это я говорил, где-то без перчаток нельзя на таких просто этих тросах кататься. Это очень плачевно все закончится. Че, руки живы? Он был доволен, ладно. Давай тогда используем парашют. Нажать надо, давай, я нажму сейчас. А, не, он сам нажмет. Нехороший парашют. Проверять надо. Правильно тебя сковородка научила. Проверять надо перед тем, как прыгать, с чем ты прыгаешь, дурачок. Давай теперь джетпак. Ускоритель этот ядерных частиц, ракета, короче, переносная. Поехали. Я также примерно хапивился, летаю. Сука, меня поражают фразы этих охранников. Во второй игре они просто уже выносят мне мозг. Он сказал, привет, ты вернулся. Мы тебя так ждали. Так, ну смотри, здесь получается я там все использовал, да? Давайте со старта начнем. А там еще был выход в другую сторону, давайте посмотрим на него. Он, значит, выпиливает дверь, решетку. Потом мы бьем по щам двум охранникам, выходим в кабинет. И надо ползти налево, чтобы посмотреть, походу, не концовку, а просто приколюху. Давай, я готов, на-ка. Следующий, давай, на-ка. Отличненько. Он сейчас сам себя электрошоком добил. Он сбегает. Так, стул. Стул. Отлично. И налево, и прям к охранникам.
Shut up, janitor. You don't count. Now the next time. Добрый вечер. Неплохо так. Ладно. Подожди, а что я забыл? Что-то я забыл. Когда мы сбегали, это мы померли. Здесь мы, короче, в обратку словили. Тут мы пропилили вниз, там у нас сработала только монтировочка. А, там был побег еще в другую сторону. Точно, давайте на него посмотрим. Там еще был побег в другую сторону. Надо все, надо попытаться все концовки посмотреть. Потому что в прошлый раз я какую-то одну концовку не зацепил, судя по вашим словам. Так, монтировочка. Потом, значит, внизочек. Никаких лишних действий, просто нихера. Вот, и щеманул. Вот это правильно, никаких раздумий. Главное действовать. Так, влево бежим. Давай, 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 влево. Опа. Ой, почему ты подскользнулся, объясни мне. Так, ну здесь, собственно, и все. А еще остался телефон. Можно посмотреть какие-нибудь другие доказательства. Там по-любому то больше ничего не будет. Или там только одно доказательство? Ну, не знаю. Если там будет только одно доказательство, получается, что мы вообще четко здесь все концовки рулили. Пожалуйста, продолжайте ваше обвинение. Окей. Я шел рядом с моим партнером, вооруженным человеком, но внезапно заметил бак на стороне дороги. Got out and eventually decided to throw the bag in with the others. We didn't know there was someone hiding in there. Objection! So, the defendant crawled into that bag in order to break into the bank. Is that correct? Is it not obvious? Is it really that obvious? I have proof that the defendant didn't hide himself in that bag. Ну да, он вначале так и говорит, типа, охранник залез в сумку, его закинули в хранилище, и потом он, короче, из нее вылез и спер все. Он говорит, а, ты попробуй докажи, он, да, я попробую докажу. Ну хорошо, давайте покажем ему запись. Так, а нет, а, мистическое устройство, да? What is this? It's evidence. And how exactly does this prove anything? Well, I... Это не работает. I was just kidding. Let me try. This is no time for jokes. Короче, это не работает. Работает только у нас этот, как его? I find the defendant, Henry Stickmin. Виновен. А, получается, что только мешок у нас работает, правильно я понял? А, планы этажей банка. Ну, давай покажем их. What is this? Тоже не работает. Осталось and показать им, короче, exactly лопату и кассету, судя по всему. Потому что в прошлый раз он с мешком денег все это сделал. А если сейчас мы покажем ему этот, как его, кассету, в принципе, должно сработать то же самое, что и с мешком. Хотя не факт, конечно. Тихо. Почему он не дает ему второй шанс, он сразу называет его виновным? Так, лопата и кассета. Давай покажу лопату сначала. What is this? What is this? Это не получается, он не работает ни хера, только один, походу, вариант. Ну, сейчас посмотрим на кассету, потому что, когда он показывал мешок, там была кассета. Получается, что кассета должна доказать, кто прав, кто виноват, кого сажать, кого долбить, а кто Стикман, кого надо отпустить. Ну, давай последнюю посмотрим на кассету тебе. What is this? Эй, давай, короче. How exactly does this prove anything? Well, I... Такие дела. This is no time for jokes. Короче говоря, вот такая получилась часть. Она, по-моему, та была немного повеселее, как чем это, потому что в этой из веселого, ну... разве что... пару коронных фраз, где привет, ты вернулся, и быстрый, короче, без раздумий скачок наверх. За сим все. Ссылка на плюс остальные бонусами в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки, и посмотрим попозже еще какую-нибудь историю про Стикмана. Я думаю, она тут будет повеселее. Все, ребятушки, всем пока, не садитесь в тюрьму. А если садитесь в тюрьму, то берите с собой сразу мешок, потому что ваш адвокат докажет вашу невиновность, если у вас будет с собой мешок. Ну или мешочек из Дейлайка с украшениями, что, в принципе, можно дать судье и тоже немножечко, маленечко совсем оттуда выйти. Все, всем пока. Раньше здесь был мат.